Всем привет, ребята! Новый день, вернее, новый вечер. Начинаю доставку, получил заказ, еду на 7,2 километра. Поехали! Ребята, выполнил заказ, получил 392 рубля. И ушел из линии, потому что здесь уже нет бонусов. И сейчас я выйду и опять буду включаться. У нас показывает мороз минус 14,5. Я думаю, что у вас, видимо, больше. У нас пока минус 14. Я машинку помыл, сейчас она оттаивает немножко. Держу тепло и буду выходить опять на линию. Я получил заказ в ресторан. До него ехать 4,3 километра в 9 минут. Погнали. На месте иду получать посылочку из ресторанчика. Ребят, я получил заказ, мне ехать до него 4,9 километров. Поехали. Посылочку отдал, доход 380 рублей. Доход 380 рублей. Пропустить. И где я нахожусь? Да, нормальные бонусные коэффициенты. Сегодня 480 коэффициент, очень приятно. Доход у меня уже два заказа. 761 рубль. Когда пришел новый заказ, отправляемся. Получил посылочку. Доход такой, 573, это приятно. Вот, ребята, обратите внимание, видите, написано повышенный спрос, это бонусы. Вот такая фишка в этом. И мы в хорошей зоне, коэффициент 380. Три заказа, 1317 рублей. И вот пришел опять заказ. Что такое? Да, куда-то в центр смотрю ехать. 3-4 километра, пропечь, поедем. Ребята, взял новый заказ, до него ехать 1,3 километра. Поехали. Впереди заказ. Такой доход, 271 рубль. Вот, ребята, я сегодня выпил тоже 4 заказа вечером. И доход 1579 рублей. Так что такие вещи с бонусами. Всем, ребята, приятного вечера и пока. Будьте в канале.